События года в христианстве здесь называют это однозначно событием года, потому что это событие важнейшее, это написано наимасштабнейшее христианское подия року. Самое главное такое и масштабное событие года. День благодарения, праздник благодарения, свято подяка. Подяка, здесь даже сайт у них, podiakafest.org. И наша церковь молится об этом торжестве, об этом празднестве, потому что Богу спасибо сказать, это вообще это великая честь, и, знаете ли, это великий праздник на самом деле. Так вот, возлюбленные, и присоединяйтесь на Хрещатике, если будете в Киеве, 23 сентября, вот этого месяца, сегодня 2 число, воскресенье сейчас, еще перед собранием, перед служением, здесь будет служение нашей церкви сейчас проходить. А 23-го, вересня, получается, сентября, с 10 часов и до вечера самого, 21.00, написано. Специальные гости Мартин Смит, Ник Холл, Мэнни Пакьяо и Стивен Болдвин. Вот так вот. Слава Богу! Так что, дамы и господа, это межконфессионально, межцерковно, это действительно ты и Бог. Богу сказать спасибо. Приходи, дорогой друг, брат, сестра, и молитесь о нашем братстве, тоже о реформаторском, евангельском православном братстве. Хочется, чтобы и на праздник собрались, праздник благодарения, да, праздник именно хвалы Богу и благодарения. Я понимаю, там будут выступать очень разные люди, вот эти фотографии с прошлого года. В прошлом году я не смог быть, к сожалению, но в этом году, по милости Господня, даст Бог, буду. Слава Богу! Так что, дорогие друзья, что благословляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Вот здесь сейчас молюсь перед служением, перед нашим собранием. Воскресное служение здесь у нас в арендованном помещении. Пока нет своего храма, нет своего здания, даже значит, никакого помещения пока своего нет. Но вот есть арендованное это помещение здесь на улице Первомайского, 6, прямо возле метро, там видно даже станция метро Гловская. Вот так вот. Добро пожаловать по воскресеньям. На протяжении сентября я здесь. Вот, и слава Богу. Молитесь о расширении нашего братства, о нашей семинарии, чтобы заработала наконец новая семинария. Потому что в самом начале была семинария, в самом начале занятия проходили, и слава Богу, братья обучались. Но с того времени уже много лет прошло. Так что надо новое начало, как говорят, красивое такое слово, выражение, новое начало. Вот нам нужно тоже новое начало нашему братству, реформаторскому, евангельскому, православному такому братству. Слава Богу. Кстати, мы с Кифой разговаривали на эту тему еще в прошлом году ведь. Говорили с епископом нашим со Львова. И у него тоже на сердце вот так вот, чтобы действительно наше братство, одно из самонаименований нашего братства, это еще и евангельское православие, или евангельское православное братство. Слава Богу. Вот так вот. А я еще пишу в большой букве, ангельское еще. Слава Богу, пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья, братья, сестры. Благословляю и это событие благословляю, и всех участников, и Стивена Болдвина, ну, даст Бог, увидимся. Вот, и всех вас благословляю во имя Иисуса Христа. Благословляю Киев, благословляю Украину и всю нашу истрадавшуюся планету. Бог во Христе примирил с собой мир и дал нам слово примирения. Аминь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, Украина, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев.
Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия, Евангельское православное братство. Так что еще так вот, надо будет подумать о возобновлении газеты. Я печатал когда-то из газету. И тоже, почему бы и нет, именно Евангельская православная газета или Евангельское православное братство. Пусть Бог благословит вас всех. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!